здравствуйте. Как я вам и говорил, сегодня буду травить анекдоты. Первый анекдот. Молодой муж говорит молодой жене: дорогая, я утром не завтракаю, потому что думаю о тебе. Днем не обедаю, потому что опять думаю о тебе. Вечером не ужинаю, потому что снова думаю о тебе. Ночью, сука, не сплю, потому что жрать хочу. Ну как вам? Думаю, можно переходить на второй анекдот. Бежит, короче, заяц по лесу. Видит, куча какашек. Нагнулся, присмотрелся и на вкус попробовал. Фу, говно. Хорошо, что не наступил. Ну а с третьего анекдота вы точно орать будете. Приятного прослушивания. У жениха с невесткой, короче, первая брачная ночь. И тут они собрались лечь. И тут, блядь, сука, звонок в дверь. Жених такой идет, матерится. Открывает дверь. Заходит два мужика. Ни слова не промолвив, а на плечах у них гроб. Заходят они вокруг супружеского ложа и на выход. Жених такой в ахуе. Что за нахер? Бля, братан, извини. В подъезде было не развернуться. Короче, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик и ждите новых выпусков. До новых встреч!